Привет, ребята, с вами Каиса. Я заканчиваю осмотр прототипа Tomb Raider 3 от 5 октября 1998 года. Последний уровень, который называется Метеорит Каверн. Ну да, финальный босс. В прошлый раз был... О, он в другую сторону идет. В этот раз, ничего себе. А чё, у меня только пистолеты? Это плохо. А где же мое все оружие-то? Не, ну так он меня ваншотнет. Так, ну вот он вроде лег. Первый раз. Попробуем взять. Артефакт берется. Пока он лежит. Надо, наверное, сделать квиксейв. Ступит глаз Лизард. Или этот паук еще не умеет стрелять? А, он опять прилег. Кстати говоря. Я уже не успею. Вот он опять прилег. Так, а тут я уже брал артефакт. Окей. Ну, вроде опять прилег. Попробуем взять второй. Ой, красная какая полоска. Это я что взял? Staff of Muhana. Вау. Он опять прилег. Здесь у нас зависание, да? Опять графический артефакт. Ладно, тогда просто посмотрим, может наверх можно сбежать. Вообще убивает? Бомба толкается. Еще не умеет убивать. Может, просто сбежать можно от него без артефакта. А нет, она также не лезет, зависает здесь. Видимо, нельзя сбежать. Я проверю одну штуку. Нет, так не получится. А вот с этой стороны. О, что-то получается.
Не, ну там мешает потолок. Что вряд ли. А, не, он все-таки стреляет, ты смотри. Ну все, тогда заканчиваем осмотр этой бета-версии. Я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в других осмотрах. Всем пока.